Всех приветствует канал «Отвертка», канал домашнего мастера и наш новый партнер – сайт gagadget.com. Нескучный сайт о технике. Итак, в сегодняшнем видео интересная тема. 10 самых продаваемых ТВС-наушников с Алиэкспресса ценой до $25. Итак, отмашку гонки беспроводных вкладышей дала неутомимая Apple в конце 2016 года, а потом понеслось-поехало, и сейчас уже десятки, если не сотни компаний неутомимо доят сию прибыльную нишу в широком ценовом диапазоне. ТВС-наушники не требуют проводного соединения, пара наушников правый и левый образуют микростереосистему достаточно приличного воспроизведения всяких звуков, включая музыку и телефонные разговоры, и управление смартфоном, причем есть возможность их использования в монофоническом режиме с двумя девайсами одновременно. ТВС-наушники комплектуются специальным кейсбоксом, обеспечивающим их подзарядку, а некоторые модели с повышенной емкостью аккумулятора вполне могут подзаряжать и смартфон, исполняя функцию пауэрбанка. Есть мнение, что на сегодня наиболее передовой и эффективной является технология Qualcomm True Wireless Stereo, которая характеризуется сниженным энергопотреблением и экономией времени сопряжения подключения. Кроме того, во многих смартфонах сегодня уже нет 3,5-миллиметрового разъема для наушников, и это побуждает пользователей приобретать беспроводные модели. Итак, в этом видосе мы выбрали для вас самые популярные и самые интересные наушники с Алиэкспресса ценой до $25. Итак, поехали! Итак, представляем первый гаджет нашего видеообзора – наушники HJCEQ66. Водозащита IPX5 и пауэрбанк на 6000 мАч. Итак, официальный магазин HJCE открылся на AliExpress только летом прошлого года, но продажи этой модели ТВС-наушников уже превысили 13 тысяч штук. При общем рейтинге магазинов невероятные 99,5%, что свидетельствует о том, что тут есть о чем поговорить. Итак, особенностью этой модели является защита по классу IPX5. Производитель даже говорит о возможности использовать их во время плавания, предполагая, видимо, что вы не будете при этом заплывать дальше 10 метров от смартфона. И вмонтированный в зарядный чехол аккумулятор емкостью 6000 мАч, что делает его размеры массивными, а зато позволяет использовать чехол еще и для подзарядки смартфона. Для этого у него есть дополнительно еще один разъем USB. Приятным дополнением будет дисплей, отображающий уровень заряда аккумулятора. Имеется поддержка Bluetooth 5.0 с технологией шумоподавления CVC 6.0. Время работы аккумулятора, именно наушников, от одного заряда до 4 часов. Время зарядки от кейса около часа. Емкость наушников 50 мАч, так что от количества циклов подзарядки от аккумулятора кейса в 6000 мАч просто в глазах, ребятки, темнеет. Ну и стоимость данного гаджета достойные $22. Переходим к рассмотрению второго гаджета под названием AUSDOM TV01. Механические кнопки. Итак, простая модель с механическими кнопками управления наушников. Основным ведущим является левый наушник, который вначале сопрягается со смартфоном, после чего к нему подключается правый и создается стереопара. Громкость регулируется с помощью голосового помощника Google или Siri. Емкость аккумуляторов наушников 50 мАч, емкость кейса 600 мАч. Время работы наушников на 50% громкости 5,5 часов. При этом энергопотребление правого ведомого наушника меньше, что допускает еще добрых 2,5 часа работы в монорежиме. Зарядка занимает 1,5 часа, кейс позволяет сделать ее 4 раза. В целом автономность превышает 25 часов. Сам кейс полностью заряжается в районе 2 часов.
Среди недостатков – это отсутствие регулировки громкости на самих наушниках и индикации при зарядке кейса, ну и кабель для зарядки с разъемом microUSB в эпоху USB Type-C. Однако более 10 тысяч проданных экземпляров и масса положительных отзывов говорят о популярности данной модели. Также есть облегченная версия AUSDOM TV01S. Емкость кейса в данной модели 400 мАч, соответственно, время воспроизведения музыки около 4,5 часов, а также 6-мм динамики вместо 8-мм. Ну и за данную модель немножко поменьше просят, $17. А самая правильная модель, первая, стоит всего лишь $22. Достойная цена. Ну а теперь третий гаджет нашего видеообзора – Bazeus V09. 4 цвета и дизайн AirPods. Прежде всего в глаза бросается, ну, очень и очень уж явное сходство этих наушников с Apple AirPods и расширенная цветовая гамма, включающая 4 цвета. Емкость батареи 450 мАч, версия Bluetooth 5.0, а заряда аккумулятора кейса хватает на 4-5 подзарядок, что способствует проигрыванию музыки в районе 24 часов. На кейсе есть слегка примитивный индикатор заряда, один двухцветный светодиод и кнопка включения сброса сопряжения, расположена на обратной стороне. Разъем USB Type-C можно обнаружить на внешнем дне кейса. Емкость 40 мАч в каждом из наушников и хватает на 5 часов прослушивания музыки при громкости 70%. Защита от пота и брызг по стандарту IP54. Частота воспроизведения 20-20 тысяч, это стандартно. Время зарядки 1,5 часа. Управление сенсорное. Голосовой помощник Siri или Google Assistant вызываются двойным нажатием на наушник. Количество продаж уже превысило 8500 штук. Ну и цена данного гаджета тоже достойная, $23. Продолжаем двигаться по нашему видеоролику. Четвертый гаджет нашего видеообзора – Tron Smart Onyx Neo. Поддержка IPTX и водозащита IPX5. Итак, производитель называет эту версию ТВС-наушников самой доступной моделью с чипом Qualcomm QCC3020, что обеспечивает Bluetooth 5.0, поддержку IPTX и фирменные технологии шумоподавления CVC8.0. И сравнивает их с популярной моделью Redmi Air Dots, работающей на чипе Realtek. Tron Smart Onyx Neo интересны еще защитой от пота и брызг воды по классу IPX5, поэтому рекомендуется для занятий спортом. В них можно смело бегать без риска повредить. Стоит отметить прогрессивный разъем USB Type-C и заявленное время автономной работы с учетом аккумулятора кейса в 24 часа. Ну и данный аппарат продается на рынке $25. Хочу купить. Ну а теперь пятый гаджет нашего видеообзора – Xiaomi Mi AirBuds True Wireless Basic или просто Redmi AirDots для Mi-фанов. Конечно же, нельзя не упомянуть и популярную модель ТВС-наушников, произведенную нашей родной фирмой Xiaomi. В Китае она продается под названием Redmi AirDots, а ее версия для глобального рынка носит длинное название Mi AirBuds True Wireless Basic. Эту модель наушников можно встретить в большом количестве магазинов на AliExpress, так что купить можно элементарно. Наушники поддерживают Bluetooth 5.0, весят 4 грамма, поддерживают голосовое управление и способны работать до 12 часов, по 4 часа после каждой зарядки в кейсе. У них 7,2-миллиметровые динамики и есть алгоритмы шумоподавления. Можно чуть сэкономить, если купить простейший вариант комплектации без зарядного кабеля. Но хотя нужно ли это дело? Ну и стоимость достойная. Всего лишь $19. Ну а теперь шестой гаджет. Kaesun BT01. 2200 мАч и поддержка беспроводной зарядки. Итак, в этой модели впечатляет повышенная емкость аккумулятора в кейсе 2200 мАч, что позволяет использовать до 30 подзарядок наушников с аккумулятором емкостью 55 мАч и заряжать в критических ситуациях смартфон, используя кейс как пауэрбанк. Производитель обещает 229 часов воспроизведения.
В боксе есть LED-цифровой и 4-светодиодный индикатор зарядки. Фишка – это зарядный бокс поддерживает беспроводную зарядку. Вместе с тем производитель говорит про Hi-Fi качество воспроизведения музыки, то есть диапазон 20-20 тысяч. Наушники Kaysun BT01 поставляются в двух вариантах, отличающихся наличием дисплея на зарядном кейсе и, соответственно, ценой. Младшая модель стоит $20, более красивая старшая модель – $25. Ну и в конце нашего видоса еще очень интересный аппарат – гибридные ТВС-наушники KZ-S1. Итак, в качестве бонуса хотелось бы добавить еще одну сильную модель ТВС-наушников под названием KZ. Их продажа стартовала зимой, и в фирменном магазине производителя их пока продали не так уж и много. Но это, именно вот скажу следующее, что это гибридные наушники со вторым арматурным динамиком. Версия с обычным динамиком стоит дешевле и называется S1D. Вот именно с гибридным, то есть с арматурным динамиком, это вот улучшает воспроизведение высоких частот, что явно еще скажется на успехе в будущем. Итак, в каждом наушнике установлены аккумуляторы емкостью 40 мАч. Емкость батареи зарядного кейса достойная 300 мАч. Время работы гарнитуры около 3 часов. 4 цветовых варианта корпуса и поддержка Bluetooth 5.0 и работа с голосовым помощником. Ну и цена данного гаджета достойная $24. Ну и по окончании нашего видоса скажу следующее. Мы попытались в этом видосе показать весь спектр популярной категории ТВС-наушников в бюджетном сегменте. Конечно, здесь нет моделей наушников для аудиофилов, зато можно найти модель, которая придется по вкусу или понравится благодаря своему дизайну, большой емкости аккумулятора, зарядного футляра и так далее. Есть модели с поддержкой беспроводной зарядки, есть наушники, у которых зарядный кейс сам по себе является пауэрбанком. Можно найти наушники с повышенной защитой от проникновения воды. У кого-то наверняка впечатлит возможность купить за эти деньги беспроводные гибридные наушники именно с арматурным драйвером. Так что выбор на нашем канале есть по-любому. Это канал Отвертка, канал Домашнего Мастера. Надеюсь, данная информация была вам полезна. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, смотрите наши еженедельные стримы. С нами будет интересно.